Всем привет, ребят, меня зовут Дина, и вы на канале Дина Блин. Мы продолжаем Papers, Please. Так что, блинчики, готовьте ваши документики. Погнали! Документики, блин. Министерства не могут поделить кадры. Реорганизация в пограничных войсках. Большой спрос на квалифицированных солдат и охранников. Погода. Развлечения. Правда, Арстоцки. 8 декабря уже... Мы уже несколько недель работаем на этом пункте. Ух ты, ключик какой-то, ну-ка. Министерство юстиции изменило порядок охраны внешнего периметра. Теперь вы обязаны реагировать на попытки незаконного проникновения через границу. Ого, вам выдан ключ. Услышав сигнал тревоги, вы можете открыть ящик с винтовкой, заряженный транквилизатором. Ничего себе. Офигеть. За каждого остановленного нарушителя вы получаете премию. Если вы стреляете, но промахиваетесь, сумма снижается. Правила обращения с оружием. Изучите схему на следующей странице. Так, ключ. А где эта штука для ключа? Куда вставлять-то его? Я не понимаю. Я не вижу отверстия. Так, при сигнале тревоги вставляешь ключ куда-то там, пока непонятно куда. Открываем доступ к оружию и целимся. Времени будет мало, действуйте быстро. Офигеть. Вы понимаете, куда стрелять, ребят? Я не понимаю. Куда? Может, появится отверстие, что ли? Ладно, будем надеяться, что по ситуации разберемся. Так, ключ. Куда положить ключ-то? Давай, знаешь что, его вот сюда положим. Или лучше на стол. Давай на стол. О, привет. Денежки принес? Ты задержал 9 человек. Вот. За премию за запчасти от бомбы. Наш взвод переводят в тюрьму. Премию все равно будут платить. Так что задерживай дальше. Я сюда ходить больше не буду. Буду заносить деньги тебе домой. Через день, вечером. 5-10. Что-то мне кажется, он мне был, больше должен был, нет? Он не вернул то, что в прошлый раз должал. Жук, вот жучара. Транзитом. На пару дней Ирина Козловска, так совпадает, транзит 2 дня, да, 31-е, тут все норм, Глорин, да, в республике, внешность, лишний вес, блин, это так неловко, 76, так, все норм, проходи, и следующий. Рыболовство. Будешь заниматься... это не твоя фотография. Рыбалкой она собирается заниматься. Вообще не ты. Старое фото. Блин, я хотела уже арест. Или лучше стрелять в нее. Ха-ха. Не туда. А, да ладно, совпадают? Офигеть. Офигеть. Придется все проверять. Халмара, вода, так, да, ты норм, работа один год, а ты мне что сказал, да, работать один год. Ой, кошмар, сколько проверять, блин. Да, документы, да ёкарный боб. Документы, разрешение, нет, разрешение на работу мне нужно. Все больше и больше документов, ребята. 63, 76, да, все. Где? Так много всего, мне даже не разобраться. Игра становится все сложнее. Дальше. Ты тоже не преступник. Это странно, пока еще не было ни одного преступника. Ой. Чего он хочет? Сейчас, секунду. Десять?
Ездить по медицинским показаниям. В колледже такие операции запрещены, и потом я тамошним врачам не доверяю. Мне кажется, он преступник, ребят. Я не хочу его пускать. У меня плохое предчувствие на его счет. Чего еще было ожидать? Я теперь долго не протяну, но вам ведь плевать. Надеюсь, вы никогда не окажетесь на моем месте. А деньги-то свои забери. Неужели я хорошего человека не пропустила? Мог бы побольше взятку дать, в конце концов. Блин, преступников что-то нет. Что там, пару недель транзитом? Майя Камвойска. Так, Хайхан. Да, Хайхан был. Вот теперь я запомню этот город. Это совпадает. Да, все в порядке. Нет, подожди. У тебя нет. Вот это вот. Нет. Внешних данных у тебя нет, поняла? Майя. У меня никогда не было. Ну что ж, очень жаль. Чуть не пропустила тебя. Сейчас бы мне тут дали бы по ушам за таких, как ты, Майя. Блин, я все еще не преступник. Это снова я? Много инженеров попалось. Мне позвонили 4 человека. Трое были инженеры-строители, меня ни к чему. Мне нужны механики, я же вам сказал. Ладно, сойдет. Последний оказался с головой. Спасибо за помощь. Мы получили арстотское токены и открыли достижение. Ух ты, и 20 ты мне занес? Так приятно. Приятно, приятно. Так. Ну, проходи, парень, ты нормальный, что я тебя уже проверяла. Хорошего дня. Двадцаточку? Блин, что-то сегодня прям денежный денек. Блин, это тоже не преступник. Что ж ты будешь делать-то? Десена Паоло. Октовалис. Был такой, да? Был же Октовалис. Я каждый раз сомневаюсь в районах Ростоцки, блин. Октовалис, да, был. Даты норм. 79-70, да, все в порядке. Ты же не преступник? Нет, не похож. Зачем я покупал улучшение, если я до сих пор мышкой открываю печати? Надо приучиться. Больше и больше кнопок. А чего нет тревоги-то? Я хочу пострелять. Блин, столько документов. А! Господи! А! Боже, скорее! Я не успела, да? Рабочий день прерван из-за атаки террористов. Премия за выстрел? А, я по трупу стреляла, но все равно. Ух. Что, можно в жилье? Нет, давайте еще немножко повременим, а потом переедем в другое жилье, ладно? 7 зарплат на 35. Так себе поработали. Взятки 45. На одних взятках держимся. Все, давайте спать. Еда, вода есть, и то ладно. Инцидент в Грештине. Граница на замке? Можно не сомневаться, граница будет нарушена снова. Ох, не приняла антегрианского разоблачителя. 9 декабря. А что за зеленый охранник? Он как-то иначе выглядит. Он сейчас ко мне придет? Да. Привет. Я слышал, ты из Нирска? Я там вырос, но уже много лет не был. Не город, а грязная дыра. Как был, так и остался. Ха, точно. Я тоже его таким запомнил. Я Сергею, рад познакомиться. Вроде неплохой парень. Я тебя буду охранять как следует. И небось, ты хочешь за это денег? Или что ты имеешь в виду под «я тебя буду охранять как следует», а? Интересно. Интересно. Арстотска, Фардесто. Проверяем сразу район. Фардесто есть такое же. Орвич-Фанор совпадает. 162-58. Все похоже, да? Пропускаем Алису. Хорошего денечника. Слава Арстотски. Слава.
Я тренируюсь. А! Язык. Нападение на границе не имеет отношения к ИЗИК. Ответственность лежит на неизвестных экстремистских группировках. Цель Ордена – подорвать работу коррумпированного центра, а не убийство невинных. Сегодня прибудет агент ИЗИК, его задача – обнаружить экстремистов. И как я его узнаю? Как я его узнаю? Сегодня. Блин. Блин, что-то сложно. Может, мне нужно навести... Тетка, подожди, может, мне сюда нужно навести? Как я пойму, кто это? Черт. Блин, ребята, нужно срочно и быстро отгадать. Куда мне нужно навести? Три символа, да? Блин, нет времени думать, вы понимаете? Вы понимаете? Я не знаю, как решить эту загадку. Фак. У меня пока нет идеи. Ну, у этого человека явно будет ошибка, и, возможно, мы по этой ошибке сможем как-то догадаться. Черт. Так, Расита Буртас, так, два дня, транзит. А может быть, на то, что он говорит, нужно будет навести вот эту штучку? О, Шинглтон, да, волосы вьются, центр, 67. Окей. Проходи. Значит, ждем человека с ошибкой. И будем всячески пытаться к нему прицепить орден. Поддельное разрешение на въезд? Ну, блин, не заметила. Занята другим. Минутку, это не ты, случайно? Нет, у тебя усы должны быть, это не ты. Хомский Еван. Так. Год рождения. Рост 69, да, подходит. 78, Криштин. Фордеста был такой район, да. А, минуточку, блин, что я слепая дура. С этого надо было начинать. Просрочен. До свидания. Боже, нужно думать о всех вещах сразу. Еще про ключ помнить, чтобы стрелять, если что. И, блин, сосредоточиться на том, чтобы случайно не профукать мужика. Маленькая голова. Лена Берецки. Маленькая голова. Так, 160, 46, Ж, Бостон, да. Вроде все в порядке. Мне бы кнопку, которая отдавала бы все документы разом. Вот это бы помогло. Международная пресс-карта. Репортаж об условиях жизни в Арстоцке. Может, это она? Блин, ничего не понятно. У нас нет такой пресс-карты. Не знаю, давайте ее пропустим. Вдруг это она? Вы самый тупой инспектор, которого мне приходилось видеть. Сразу понятно, почему Ростоцка в такой заднице. Блин! Черт! Ребята, я все делаю неправильно. Работа, 30 дней. А тут написано «в гости». Просто в гости, окей. Фотка другая. Явно не вы. Годы меня не пощадили. Держи. Блин, как мне понять, что это будет язык?
Ребята, если это она, как мне понять? Я... Как? Куда мне смотреть через эту штуку, а? Куда смотреть? Я не понимаю. Чёрт! А вдруг это она? Ладно, давайте арестуем. Нет, ничего про язык не сказала. А, искали Марии. Мне кажется, она может быть той, что нам нужна. Так, личная карта. Их видели уже после моего отъезда. О, язык. Ребята, получилось. Фух, слава богу. А, вот с чем нужно было совместить. Все понятно. Фух, слава богу, за Арстоцкую и орден. Остальные со мной не согласны, но я уверена, тот, кто в красном, нам не опасен. Что? Ничего. Тот, кто в красном. О чем же она говорит, тот, кто в красном? Штраф 5 кредитов уже пошел. Черт. Где преступник? Я хочу их арестовывать. В гости, это все. 3 месяца тут написано. Подруга, что ты меня обманываешь? Я рада, что нашла того, кто нам нужен. Но, блин, я потеряла 5 кредитов. Еще меня обоссала журналистка. Было не очень приятно. Еще напишет про меня. Элла Витал. Интересно, что было бы, если бы она на реальной границе так отозвалась бы об инспекторе? 170, 53. Прическа каре. Совпадает. Я успела или нет? Надеюсь, что да. Через 2 дня день рождения вашего сына. Прибыла небольшая посылка. Улучшение макрокоманды для инструкции. Макрокоманды для инструкции. Доступна квартира 7 класса. Дарапырадам. Ту-ту-ту-ту. Дар язык 20. Они мне что, теперь каждый день будут дар присылать? А что делает улучшение, интересно? Ну, давайте купим его. Но переезжать пока не будем. Ребят, не будем пока. А, это язык прислали небольшую посылку ко дню рождения сына. Хорошо, что сын не умер, слава богу. Иначе бы не прислали. Импор недоволен ограничениями в торговле. Граница Ростоцки уязвима, репортеры из ОФ, а пограничный контроль неэффективен. Мне кажется, меня сейчас уволят за то, что я позорю границу. Чёртова репортерша, желтуха, блин, Эйприл в банановом костюме. Инспектор, иностранная пресса выражает недовольство, поэтому в процедуру въезда внесены изменения. Все отказы должны сопровождаться печатью причины отказа. О, боже! Для печати установлена новая программа. Обоснуйте причину отказа, указав въезжающему несоответствие в документах. Так я так всегда делаю. Печать причины отказа активизируется во время первого вопроса. Отказы во въезде ставьте в паспорт обе печати. Отказ и причины отказа. Боже, какой ужас! Сколько же тут будет всяких бюрократических штучек к концу игры? Если въезжающий может дать удовлетворительное объяснение по вопросу возникновения несоответствия, нужно разрешить въезд, хотя причина отказа остается активной. Что-то сложно, ребят. Но я попытаюсь. Где мои преступники? Мне за них платят. Привет, мужик. 12 недель, это 3 месяца, западный граждан колечи. Есть такой Костовецкий Евгений, да, паспорт совпадает. Даты совпадают. Так, тебе нужно еще... Где это, господи? Внешние данные для иностранцев тебе еще нужны. Ой. Мне такого не выдавали.
Причина. Блин, нет, в смысле, я имела в виду... А, я случайно поставила ту печать. Отказ, да, отказ. По какой причине? Здесь ясно указано. Ой. Все равно черт бы вас побрал. Чуть не опростоволосились. Тетенька, здрасте. Транзитом, да, Анна Скодова, Скодова. Пара недель, да, совпадает, просрочено. Причина. Причина отказа. Да блин, что со мной не так? Почему я все время ставлю не то случайно? На, тебе еще кучу печати. Чтобы уж наверняка. И ты тоже не преступник. Где все преступники, а, ребят? Красивый вымпел. Помню этот матч. Жестко играли. Так, не заговаривай мне зубы. Вилноска Якова. Так, дата рождения. 62 совпадает. Парадизна. Все вроде норм. А больше ничего не надо? Нет. Арстигры, вперед! Салют! Да брось! Ой, слепая дура, блин. Заговаривал мне зубы, реально. ПМЖ, так, Хелен Персич. Дата норм, дата норм. М, пол. Ну, подруга, ну как так? Тут написано, что вы мужчина. Что за вопрос? Досмотрим сейчас ее. Блин, а если ты правда мужчина? Вот неловко сейчас будет. Ты женщина! Обманщица! Как она могла? Даже не знаю, что сказать. Арест! Арест тебе, вот что! Пантон Анна. В гости 8... В гости ведь сказал, да? Да. 24-12, это все в порядке. Это совпадает. Угу. Тут все в порядочке. Рост, рост. Или это прическа опять? Чего вы меня путаете, блин, этой прической? Каждый раз. Все вроде в норме. У меня, конечно, глаза разбегаются такого количества документов. Проходите. Да блин! Город выдачи, фак. Фак, фак, фак. Теряю бдительность, ребят. Очень много документов, просто очень много пунктов. Тоже работала инспектором, как и вы, много лет назад в Федерации. Мы почти никого не пропускали. Теперь все делают компьютеры. Так, давать отказы можно гораздо быстрее. Но даже не знаю. Эллен Холловска. Давайте-ка скажем, что там во внешности. А то у него гульки нет. Ах так? А какое-то время назад мы сказали, что это неправильно. Так, все норм, все норм. Оф, користа. Вот користа там точно есть. Длинные волосы. 168, да, 48. Все совпало у нее. Держи. Удачи. Я по тем временам не скучаю. Она имеет в виду, что не завидует мне и моей работе. Не хотела бы она вернуться назад. Навестить родственников на один месяц. Так, совпало. Сандра Синич. Совпало. Хайхан Импор. Ж. Дата. Дата. Норм. Дата. Норм. 75-58. Да, все совпало. Проходи. Тут работаем свою работку на работе.
Боже, сколько документов. Ужас какой-то. Боже, скорее. Ну, в чем дело-то? Я хочу стрелять-то. А вот. Я не успела. Он убил их из-за меня. Рабочий день прерван из-за атаки террористов. Завтра день рождения сына. Он попросил дорогие карандаши. Премия за попадание, премия за задержание. Убили того зеленого охранника, который хотел меня защищать. Я не спасла ему жизнь, вы понимаете? Возможно, это был бы мой единственный друг в этой игре. Мне больше не предлагают жилье, кстати говоря. Печально. Ладно, ребят, думаю, на этом закончим сегодняшнюю серию. Блин, чёрт, все мои кривые руки. Игра становится все интереснее. Уж не знаю, что будет дальше. И стреляем уже, и миллион документов. Ну, поглядим, чего они еще удумают. Они, он, создатель, большой молодец. Пока пишите в комментариях свои мысли, только обязательно без спойлеров. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на паблик Дина Блин Гейм, на Twitch, на Instagram. И уже скоро увидимся в новой серии Papers, Please. До встречи, блинчики. Пока. И слава Ростоцке!